Повышение сердцебиения. Судя по показателям приборов, курсант остановил выполнение программы обучения силой своей воли. Это же невозможно! Формально да, но в свете последних исследований существует теория о том, что уникальные личности способны сознательно влиять и на гораздо более сложные квантовые процессы, чем те, что происходят в памяти наших компьютеров. Вы хотите сказать, что он... Выводите его из стазиса! Когда придет в себя, сообщите, что экзамен сдал на отлично. Сдача экзаменов на сегодня завершена. Остальным курсантам сообщите, что тест на взаимодействие в бою и выживание в экстремальных ситуациях они будут проходить завтра. Выполняйте! Курсант 3 с Крайтон был очень рад, что сдал.